8 июля в нашей стране ознаменован как День семьи, любви и верности. По случаю этого события отдел по делам молодежи совместно с благотворительными фондами и сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения организовали благотворительную акцию по раздаче продовольственных пакетов нуждающимся семьям. Как отметила начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева, такие благотворительные мероприятия при поддержке руководства города и неравнодушных людей проводятся регулярно. Основная цель – оказания знак внимания людям, которые вот нуждаются в этой помощи. Их, конечно, очень много. Мы хотели бы, конечно, охватить всех подопечных, но сегодня пока 10 семей. В список нуждающихся вошли около 10 семей, в частности многодетные, а также помощь была оказана людям преклонного возраста. Главные виновники акции, в свою очередь, выразили благодарность за оказанное внимание и заботу. Вот мы с волонтерами пришли, вот у нас даже такой небольшой праздник, День семьи, любви и верности. Вот в рамках этого праздника вам благотворительный фонд «Надежда» совместно с нами небольшой знак внимания хотим оказать. Спасибо, ребята, девочки, всем благодарны. Кроме того, в данной акции было предусмотрено раздача одежды и предметов первой необходимости семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Пунктом раздачи стало отделение социального обслуживания семьи и детей при комплексном центре. Как пояснили специалисты центра, это не первая такая акция. Такого рода помощь оказывается ежедневно, и большая заслуга в этом благотворительных фондов и меценатов. Отрадно осознавать, что число желающих помочь оказавшимся в беде становится все больше, подчеркнули работники центра. Бека Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».